Обзор модуля инфракрасной подсветки для камеры. Разъема вот такого у меня нет, к сожалению. Я сейчас либо выпаю его, либо поверх него напаяю провода. Выпаял я разъем и припаял на его место два провода для того, чтобы подать туда напряжение 12 вольт и посмотреть, работает ли этот модуль. Все подключено, подано напряжение 12 вольт. Поскольку на плате вот здесь вот есть фотоприемник, этот модуль инфракрасной подсветки включится лишь тогда, когда я выключу свет. Вот так это все и происходит. Опять выключился. Исходя из этой слабой подсветки, я делаю вывод, то, что бытовая камера, будь это фотоаппарат или видеокамера любая, она не предназначена для ночной съемки. Здесь нужна специальная камера. В камере должен быть удален инфракрасный фильтр, именно поэтому она будет снимать. Сейчас я вам хочу показать вот такой вот фотоаппарат Sony. И у него здесь есть режим ночной съемки. Вот этот вот переключатель Night Shot On Off. Когда я его переключаю, слышен механический такой вот щелчок, и это как раз, я думаю, фильтр убирается оттуда. То есть я его переключу в инфракрасный режим сразу, а другим пальцем вот зажму инфракрасную подсветку, его собственную. Итак, я снимаю на старый фотоаппарат. Сейчас я переведу камеру в режим ночной съемки со встроенной инфракрасной подсветкой от самого фотоаппарата. Так, вот я перевел, и у нее видно фокусировка, пучок такой вот, ну где-то позволяет он на расстоянии метр-два видеть в полной темноте. В принципе, этого недостаточно. Так, вот я пальцем закрываю светодиод инфракрасный у фотоаппарата, и такая вот картина появляется. То есть ничего не видно. А сейчас я включаю наш модуль инфракрасной подсветки в режиме ночного видения. И вот что происходит. То есть без инфракрасного фильтра фотоаппарат снимает, да и любая камера будет снимать, естественно, нормально. 25 вольт я подал на сам модуль. Чувствую, уже в руке он нагревается. И, скорее всего, в таком режиме точно понадобится дополнительный радиатор. Вот перед вами фокусирующие линзы, три штуки. Если их поставить, то, скорее всего, дистанция увеличится в разы, то есть несколько раз. Если тут 3 метра, то, в принципе, даже, как и в описании, хватит на дальняк пробить там метров 10 или даже 30.